Хочу вам показать вчерашний вот этот вот, назовем топик, да, эйвонский, который мы распаковали. Чудесно сидит, прямо шикарно. Очень мне понравился. Посмотрите, как дальше. Все вот такие вот штанишки. Жирафики, немножко большеватая резинка на мою талию. Но это самый маленький размер, который я взяла, поэтому больше вариантов не было. Но так штаны очень красивые, яркие. Рисунок прямо вот такой сочный, настоящий жирафик. И еще вверх белая такая маечка, но я ее пока еще не мерила, не одевала. Здравствуй, заяц. Сегодня очень много дел. Сегодня мы все дома. Много-много. Сегодня изменить на столе карту. Меняю картинку. Нужно будет вырезать другой круг какой-нибудь. И сюда поставить. Будет у нас как будто бы новый стол. Я очень довольна этим столом и кейсом прозрачным. Его можно каждый раз обновлять. И сегодня я пришла к выводу, точнее вчера, что мы давно уже не обновляли картинку. Ну там кто шумит? Что там шумит? Помолчать! Помолчите тут! Там ест картофанчик вкусненький. Смотрите, ест картофанчик в одиночку, пока никто не учуял. Уминает тут картофанчик, скажите, пожалуйста. Ну что ты опять дуешь? Зачем ты дуешь? Не надо дуть. А ему, нельзя много картошки? Ну, вот нельзя, вкусненько же ему. Там спят лепешки. Залепешились все. Нет. Вон там. А я видел, что-то. Я учу. Улетает вкусно. Вот и столик. Такой смешной, без стекла. Вот он у нас. Тук-тук-тук-тук. Так, я выбрала вот такую вот большую упаковочную бумагу в новогоднем стиле. Тут всякие мишки, это в Икее мы брали. Лосики. Как раз по размеру подойдет, и еще там кусочки останутся по бокам. Новый, кстати, еще рулончик, даже не открывала. Его брали мы по скидке. Вот 155 рублей всего стоит. Вот такой столик получился. Яркий красный новогодний столик. И на нем различные зверюшки, формочки для выпечки из Икеи. Эти вот популярные, красивые. Классно. Слоник. Классно, как классно. Только посмотрите, какая радость в кусочках новогодней бумаги. Они играют от радости. Что-то новенькое появилось. Хомячки рады каждой новиночке. Детки маленькие любят играть. Ой! Это девочка, это мальчик тоже точно. Из вот таких бело-коричневых тоже я мальчика одного уже видела. Пуси-пуси-пусички. Новогодний бумажку. Джингл белл, джингл белл.
Тан сегодня в облочке. Сейчас пофоткала моего мальчика немножко. Как тебе мой сладкий столик новый? Как тебе картиночка такая новогодняя? Ты мой сладкий, хороший мой. Моя булочка. Моя булочка аппетитная. Знаете, что там на фоне стиралка стирает? Такой гладкий, гладкий лоб. Сладкий мой сладкий кабанчик. Мой кабанчик. Капибара свинка. Мой коктяузер. Коктяузер. Такой сладкий мой. Вот такой такой сладкий. Вкуснятина мой. Вкуснятина мой такой. Ну что, ребята, начинаем мы распаковку календариков наших чудных, красивых. И сейчас мы будем открывать заключительное окошко на этой стороне. Вот у нас все, как видите, тут уже открыты. А я не открытый. 13 окно. И что же нас сегодня здесь ждет? Я знаю. Да. О, вот этот пакетик. Интересненько. Я люблю пакетик. А здесь пилочка для ногтей. Какая она жесткая, какая-то стеклянная прям. А водите, что еще одна? Давай пилим свои ногти. Напилишь острые. Очень жесткая такая пилочка. Мама, красивая. Мама, а я на ног осталась там. Нет, она тоже открыта. Все. У нас здесь все открыто на этом календаре. С завтрашнего дня, с понедельника как раз, видите, как совпало четко, мы будем переходить на вторую сторону. Так, а сейчас мы открываем вот эти вот заключительное окошко в календаре Royal Samples. Сегодня у нас, Sample. Да, здесь последнее оконце, номер 12. Вот оно. И что же нас ожидает? Крисмас, 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 Крисмас. Я уже поняла, почему всего 12 окошек. Календарь маленький. Мы вот это из кадра убили. Я поняла, почему календарик вот это всего 12 окошек, потому что календарик маленький, и поэтому всего 12 окошек, да, мам? Да что вы говорите, прям как вот вообще. Вот это такое. Хорошенько. Мамочка, это что за вкусняшка? Это не вкусняшка, это гель для умывания матирости. Мама! А я да. Очень радовалась. Маленькая, если у Масенька упадет туда. Покажи, там гараж нашли уже. Смотри. 13. Давай дальше возвращайся. Вот такой смешаренькой упаковочке. Да. Мелкая. Так, дальше смотрим. Дальше у нас, конечно же, Сифорочка. Я хочу сказать. Вот 12-я коробочка. И что же там по форме? Мне она напоминает почему-то лучок. Узнаем. Ой. Это что такое? Это зеркальце маленькое, что ли? Это какое-то маленькое зеркальце. Что за фигня такая? Это маленькое зеркало, прикиньте. Ну тут хоть написано Сифора, по крайней мере. Оно вообще крошечное. Прям маленькая-маленькая крошка. Чего молчишь? Не знаю. Зеркальцем. Я не знаю, потом что сказать. Мне смеется вот, голос. Вот такой был подарочек. Интересно, что там. Да я угадаю, там конфета. Конфетка. Как же тебя открыть-то?
правда, что-то каждый раз тут всякие интересные штучки. Мы чуть еще не скачали. Какая-то шоколадка маленькая. Наконец-то что-то запакованное, миленькое такое. Ну все. Мама, здесь такая беленькая. Здесь такая беленькая. Маленькая шоколадка, пить чай, завтрак как раз с утра. Чаечек запьем. Мама, здесь гном. Вкусный шоколадочка, красивый. Мама, здесь гномик. Здесь этот же гномик, который шоколадка. Мама, здесь тоже гном. Вот такая добыча. Мамочка, это же, по-моему, вот этот гномик. Да, давай покажи добычу. Вот добыча. Вот такая у нас на сегодня мама, добыча. Мама, здесь тоже гном. Добыча, добыча. А как мой календарь? Замечательная добыча на сегодня. Сколько всего добыли. Так, а теперь Вика. Теперь Виктория. Давайте убираем свою добычу. Давайте убираем свою добычу. Открывай давай свою добычу. Здесь в прошлом ролике у нас здесь был такой пингвинчик. Разгружи Вику. И вот для нас та окошечко прикольно. Давай. Что там на подходе? Могу открыть. Тоже маленькая, типаж такой же. Надо ждать, знаешь, до какого? До один. Не, до 19. Мама, угадайся. Сканируйся. Маленький пингвинчик. Киндермен. Мы сейчас только что приехали из магазина, решили съездить в Ленту и в Светофор. Вкусняшки, куча интересного. Сейчас буду показывать, разденусь. Купочки, купочки, покупочки. Так, в Светофоре вот такие вот конфетки, дождики, вот такие шоколадки. Вот, тебе не мало дождиков? Ты хотел сказать, вам не мало ножек, а? Скорее много взял, чтобы мы не съели. Да, конечно, я не съем. Это нам мало, если что. Деткам вот такие наборчики. Это Вики с куколкой Ло. Сережка вот такую машинку. Здесь опять Муми зима. Продолжение. Так, это папе напиток ананас. Это хлебцы. Салатик. Обожаю греческий. Тут икра кабачковая. Дядя Ваня. Рафаэлка классик. Вот такие вот конфетки попробовать. Лапши. Такой перчатки взяла. И салфеточки. Колечки, печеньки, сухарики, дальше маршмеллоу, конечно же, как зимой без маршмеллоу. Дальше лейс, новогодний рифленый лобстер, редисочка, вкусняшки, мандаринчики, вкусняшка, студень. Это нам с Викой на ночь смотреть пиратов и сэндвич лопать. А это мармелад в виде конструктора. Можно собирать машинку, самолетик, либо яхту и ее съесть. Ой, я не успеваю тут куда взять. Колбаска такая вот. Конфетки. Сейчас, Викусь, подожди, сниму обзор. Так. Так. Это что? Это рыбка, помидор, это бананы. Это набор морепродуктов, две капусты грызунам, хлебушек, салатик, взяла авокадо, давно не ела, сок апельсин, сок яблочко, мой любимый пирог вот такой вишневый в Ленте, беру его, когда он есть, и вот в Светофоре взяла вот такое средство для чистки стекол. Так, и вот такая еще рыбка красненькая. Забирайте свои наборчики потом.